Одесса, 14 августа 2023 года. Сегодня ночью Одесса была атакована два раза дронами «Камикадзе» и ракетами «Калибр». Всего было запущено по Одессе 15 дронов «Камикадзе» типа «Шахет» 131-136 и 8 крылатых ракет «Калибр». Силы противовоздушной обороны отбили все атаки, но из-за падения обломков ракет в Одессе произошло несколько пожаров. В частности, загорелся большой супермаркет в центре города. Также повреждены ряд зданий. 3 человека получили ранения. Они являются работниками супермаркета, куда упали обломки ракеты. Из-за взрывных волн, которые образовались в результате сбития ракет, в некоторых домах вылетели окна и двери. Также сообщается, что обломки одной из сбитых ракет упали на общежитие одного из учебных заведений. Пострадавших нет. Вот такие вот новости у нас в Одессе, в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Держитесь, ребята, и даст Бог. До новых встреч!